Жень, насколько я слышал, Олег Кузьмич, не помню, сказал, ребята, ну, у кого есть желание, у кого есть уверенность, и должны пробить, но вот не все решились. Как определили, что ты будешь наносить именно пятый удар? Почему не все решились? Ну, потому что я видел, что ребята говорят, не, я позже, я не сейчас. Не, ну, определили первую пятерку, я не пятый удар, кстати, наносил, а далеко не первый. Ты, кстати, ты тоже был среди отказавшихся. Ну да, я вообще, в принципе, не бью пенальти. У меня есть одна такая же история жизненная, такая не позитивная. Но второй в официальных матчах забил, как в прошлом году с Волгарем, что и сейчас. А, да нет, там, в принципе, уже когда решали, выбирали, просто кто увереннее, тот и подходил, и все. Понятно, что это не финал Лиги Чемпионов, тем не менее, от твоего удара зависела судьба матча. Был какой-то мандраж, какое-то волнение, знал, куда будешь бить, как-то настраивался, обратил внимание, как реагирует на удары голкипер? Я считаю, что судьба матча зависела от Олежи Чуваева, и в итоге он и выиграл эту серию пенальти, и добавил уверенности как раз. То есть после того, как он вытащил, уже был уверен, что просто подойду и забью, там, независимо от того, какой угол. И с какой силой мяч будет послан, потому что Олег придал нам всем уверенности, и я считаю, что, конечно же, это его заслуга. В целом, комментарий по игре, вот 1-1 завершили мы матч, насколько как бы вот счет иллюстративен? Жалко, что мало создали, на самом деле, моментов, больше было, конечно же, борьбы, такой, ну, может быть, первая игра, и ранее, немножко сумбурно. Плюс мы вышли, большая группа людей во втором тайме. Все-таки, когда идет по 3-4 человека вливание, это такое перестроение не на 5 минут. Может быть, только к 10-й, там, к 12-й мы разыгрались в своем промежутке, я имею в виду. И вроде бы и мяч контролировать начали, и как-то два подходика сделали. Тут бац, такой гол, на самом деле, опять же, нелепый. И надо держать концентрацию до конца. И опять в очередной раз вот эту ошибку надо держать в уме и исправлять. В следующем туре мы сыграем с победителем пары Балтика-Сибирь. Есть ли какие-то предпочтения, с кем хочется сыграть в следующем матче? Не... Болельщикам хочется, чтобы играли Сибирь. Ну, болельщикам хочется, значит, будем играть в Сибирь, что могу сказать. Значит, в этом матче будем болеть за Сибирь. Значит, в этом матче будем болеть за Сибирь, да. Спасибо. Валерий Кузьмич, выиграли по пенальти, счет основного матча 1-1. Насколько вот он по игре? Ну, наверное, по игре все-таки. Вот для наших болельщиков хочу объяснить, каким образом мы проводим эти матчи. Дело в том, что у нас сейчас наметился двойной режим игровой. Играем с командами, ну, например, играли с Шерифом, следующая игра с Мордой. Команды, которые, считаю, уровнем выше, чем кубковые. Туда мы готовим, ну, предполагаем, оптимальный состав. Здесь у нас смешанный состав. Вначале мы даем поиграть тем, кого не хватает игрового времени, и остальным, чтобы были в игровом тонусе. Поэтому первый тайм, как бы качество игры было не лучше, но было много борьбы. Во втором тайме качество игры повысилось, но меньше было вот этой борьбы. Результат закономерен, но я доволен тем, что удалось и посмотреть игроков, на которых я рассчитываю, и на то, что... Ближайший резерв? Да, ну, ближайший, не ближайший резерв, а прямо эта команда, это игроки, скажем, основы, обоймы, но не стартового состава. А, то есть следующий матч, который 19 числа состоится с победителем пары Балтика-Сибирь, вот, ну, все-таки эксперименты с составом, они будут продолжены? Я вам скажу, 18-го мы снова будем играть примерно оптимальным тем составом, которым мы играли против Шерифа. Это 19-го... С Мордовией будет играть, 18-го в Мордовии, а 19-го будет играть, значит, игрок, те, кто меньше играл. Спасибо.